Дорогие друзья, всем откульт привет! Я являюсь руководителем магистратуры теории игр. Единственной, уникальнейшей в своем роде магистратуре на всю Россию и соседние страны. Нет такой магистратуры, другой. Почему так получилось, что именно в Адыгейском университете она возникла? Ну, потому что так вот работает удивительно здорово наша система мат-центров. То есть вот мы создали несколько лет назад математический центр научно-образовательный именно в Адыгее. Почему там создается вообще отдельная история? Движуха большая, очень живой регион, очень движовый, очень активно развивающийся, и нам захотелось его поддержать. Это вот работает. То есть мы силами физтеха московского, в котором я руковожу, с тех школой прикладной математики и информатики, совместно с замечательными активными преподавателями, сотрудниками Адыгейского университета, придумали и разработали уникальную программу, которой просто вот нигде в нашей стране больше нет. Программу по теории игр. Теория игр — это очень красивая математическая наука, связанная с дискретной математикой, в то же время имеющая, конечно, значимые приложения, ну, например, в экономике. Теория игр — это такая наука, которая изучает, ну, например, социальные процессы. Вот, скажем, вы живете в большом городе и должны выбрать дорогу, по которой поедете на работу. Или вообще бросить машину около дома, не садиться на нее, а поехать общественным транспортом. Вот как этот выбор вообще осуществить? Этому учат теория игр. Или вот, например, решили вы пойти в политику, да, вы думаете, что мне делать, от какого округа выдвинуться, да, с какой партии начать, да, там, вести переговоры. И вот вы должны прикинуть, что делают ваши коллеги, какие-нибудь ваши заклятые друзья, с которыми вы потом будете конкурировать. В этой программе собрано, конечно, все. И очень красивая содержательная математика, как мы это любим, и ее прикладные аспекты. Вот, а достигается вот эта вот искра, повторяю, за счет того, что создан очень активный математический центр, физтех московский в этом очень активно участвует. Мы даем возможность людям производить обмены, какие-то стажировки с нашим институтом. И вот это вот движение, ротация преподавателей, студентов, она работает, получается очень красивая, интересная история. Я преподаю на программе современной теории игр уже несколько лет. И мои курсы лежат между теорией игр и теорией компьютерных наук. Теории вычислимости. Значит, дело в том, что важно не только понимать, что такое равновесие в игре, но и как его находить, как его вычислять. Вот этим вопросом занимается алгоритмическая теория игр. У нас стоит вопрос о том, как найти и как точно вычислить, что будет происходить. Ну и также она занимается многими разными вопросами, например, вопросами справедливого дележа, вопросами устройства аукционов, вопросами оптимальной системы поощрения клиентов и так далее. Это очень актуальная, горячая тема в науке. У нас одно из немногих мест, где этому учат. Все это вы будете изучать у нас в магистратуре. Поэтому обязательно приходите к нам, поступайте и учитесь теории игр в Майкопе, в Кавказском математическом центре.